зовут Екатерина Шевченко, я занимаюсь кинологическим спортом уже около 2 лет. Занимаюсь я agility, такой вид спорта с собаками, когда на трассе нужно собаке правильно показывать, куда бежать. И вместе с ней тоже пробегать рядом с препятствиями. И следить за тем, чтобы собака правильно их исполняла. Занимаюсь еще каникроссом. Это такой вид спорта, как бег с собакой. Когда собака пристегнута к тебе и бежит впереди тебя на расстоянии 5 метров. И нужно, там разные трассы есть, километровый бег, забег, так сказать, 2 километра, разная дистанция. И, соответственно, вы должны пробежать как можно быстрее это все. Этот спорт – моя мечта. Я с детства мечтала о собаке, и особенно, чтобы ее дрессировать. Как-то более контактный, так сказать, вид спорта и тому подобное. И, собственно, когда купила собаку, обратилась к знавцам этого дела, так сказать, к нашим кинологам. И после этого уже так увлеклась очень сильно этим. Коли ми стали займатися спортом, стала більш відповідальна, я вважаю, більш стала прислуховуватись до порад тренера і стала це виконувати. І вона навчилась працювати своєю собакою. Працює не тільки на тренуваннях, але працює й вдома. Дуже багато для цього треба потратити нервів, сил, зусиль, бути впевненим у собі, для того, щоб добитися того іншого результату. Треба на собаку не кричати, не лаяти тільки, але треба їй знайти такий підхід, який мог би десь трошки гри, десь може трошки посварити собаку, знайти такий підхід, який, щоб вийшло, щоб була взаимоповага между людиной и собакой. Мою собаку зовут Нора, это сокращенное имя. Ей 2 года и 7 месяцев. Порода немецкая овчарка черного окраса, которая есть очень редкая. И я очень сильно влюбилась именно в фотографии ее мамы и щенков, потому что очень красиво смотрится. Черная, и их мало таких. И собака очень верная, сама порода очень верная, очень привязана к одному хозяину. И просто вот оставить ее одну, она этого не терпит, других рук тоже она не терпит. То есть настолько преданная порода, что не зря они самые лучшие считаются. Собака только в крайних случаях кусает хозяина. Это если уже в психике собаки что-то неправильное. А так, то это совсем не страшно. Если ты собаку любишь и видишь, что она тебя любит, то конфликтных таких ситуаций не будет создаваться. В таких более повседневных мелочах, когда требуется где-то пройтись с собакой, где-то ее усадить, вот тогда нужна строгость и строгий тон. Ко мне! Ты глянь, что-то ей вообще не нравится. Сейчас, секунду. Нора, иди сюда! Собаки это чувствуют все, когда нужно серьезно себя вести, когда надо более игривый, когда можно и подурачиться. То есть они это все улавливают. И очень большую роль играет интонация. С собаками, к сожалению, приходится иногда и строго. Но на жизнь оно не влияет, и я бы не сказала, что я там какая-то строгая по жизни. Я более такой человек мягкий, но дисциплинированный теперь благодаря собаке. Кубок и медали – это последние наши достижения на этапе Кубка Украины, которые были, испытания были очень сложные, и все-таки наши труды показали результаты. Эта медаль была заработана на самом нашем первом соревновании, где мы дебютировали и в трассе дебют взяли золото. Мы как команда, и все зависит не только от меня одной, если бы я была в другом виде спорта, а тут зависит и от меня, и от собаки.
И общими усилиями тогда уже мы добиваемся каких-то результатов. Если есть контакт человека и собаки, тогда можно добиться любых высот и всего, чего хочется.